Сегодня состоялось торжественное открытие нового комплекса зданий Северокавказского Суворовского военного училища. Объект возвели в рекордно короткие сроки. Комплекс включает в себя учебно-административные и спальные корпуса на 220 мест. Столовый, укрытый спортивный комплекс и медпункт. На мероприятие прибыл статс-секретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Николай Панков. Пожелал курсантов успехов в учебе, а также передал поздравления министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с началом учебного года. Глава республики поблагодарил гостей. Особую благодарность выразил Сергею Шойгу за поддержку при возведении нового комплекса. В следующем году планируют возвести еще один спальный комплекс на 240 мест, бассейн, ледовый каток и стадион с трибунами. Всего в училище смогут обучаться 560 суворовцев. Для Северной Осетии, вписавшей немало ярких страниц в героическую летопись России, ставшей родиной для сотен прославленных военачальников, истинных защитников Отечества, Суворовское училище является частью нашей общей истории, которой мы гордимся и бережно храним. Благодаря вниманию и деятельному участию Министерства обороны Российской Федерации, Северокавказское Суворовское училище вступает сегодня в новый этап своего развития. Его курсанты получают возможность учиться и жить в более благоприятных условиях, в новых корпусах, обустроенных в соответствии с современными требованиями. От всех жителей республики огромную признательность выражаю министру обороны России, почетному гражданину нашей республики, Сергею Кужегетовичу Шойгу,